Впечатление очень хорошее, весеннее. Как раз подстать погоде, несмотря на то, что близится квартальная отчетность. Мероприятие сегодня организовала главбух. Очень рады, что нас пригласили. Очень классно. Много людей замечательных, которых я пообщался. Узнал много нового. Интересно посещать такие мероприятия. Почаще бы такие мероприятия проходили бы в городе Краснодаре. Спасибо. Хочу поблагодарить журнал «Главбух» за то, что организовал такое замечательное мероприятие. Мы здесь не случайно выступаем как партнеры нашей компании «СКБ Контур». Я очень доволен, что я попал на это мероприятие. Здесь очень нравится. Мероприятие очень нужное, очень полезное. Интересно все здесь предусмотрено. И, ну, пожелание, чем чаще бухгалтера встречаются и беседуют между собой, то есть это очень много значит для нас, для работы. Все очень понравилось, здорово, молодцы, хорошо организовали. Фильм замечательный, веселый. Главбух – это самая, по-моему, такая сильная, мощная информационная система, где можно найти ответ на любой вопрос. Ну, естественно, вот это и качество бухгалтера, он должен, наверное, опережать немножко время и постоянно знать ответы на все вопросы. Ну, усидчивость, скрупулезность, ну и все больше и больше обращаться к справочникам. Главное – усидчивость, умение и профессиональный опыт. Очень понравился фильм. Спасибо редакции журнала «Главбух» за прекрасный фильм, за позитивное настроение. Очень понравился праздник, больше бы таких. Мне очень понравилось здесь, мне понравилась здесь обстановка, атмосфера, а люди, которые бросают потому что получили какие-то призы, ну, это очень здорово и интересно. Все очень здорово, действительно очень понравилось. Очень рада, что действительно устраивают такие мероприятия для сотрудников столь нелегкого амплуа. Вот. Ну, все очень здорово. Фильм замечательный. Интересные актеры, интересно снято. И вот как бы в таком жанре приключенческом очень понравилось. Фильм замечательный и очень своевременно. Мне кажется, в фильме очень много зависит от главного бухгалтера. Очень довольна, очень как бы даже не ожидала. Желаю всем легкой сдачи отчетности и успехов в работе. Желаю всем удачи, любви. Хорошего заработка, уважения коллег, ну, всего самого лучшего. Здоровья, счастья, терпения. Всем удачи, весеннего настроения и поменьше проблем на работе. Хочу пожелать бухгалтерам успешной сдачи отчетности и всех благ. Счастья, здоровья, светлого неба и чтоб налоговая не приходила чаще. Побольше терпения, особенно в отчетный период. Вот. И как бы не падать духом. Удачи, работоспособности, хорошего настроения и хорошей зарплаты. Так держать, 4, да? Так держать.